Московский окружной военный суд вынес приговор по отношению троих граждан Таджикистана – Сабирджона и Абдулазиза Усмоновых и Абдунаби Заидова. Активисты были признаны виновными в участии в деятельности запрещенной в России организации «Хизб-ут-Тахрир» и приговорены к срокам от 4 до 6 лет лишения свободы. Напомним, что все трое граждан Таджикистана были задержаны в ходе спецоперации 19 октября 2015 года, когда были задержаны около 100 выходцев из Центральной Азии, в том числе и граждане Таджикистана. 26 задержанным были предъявлены обвинения в участии в деятельности исламской партии «Хизб-ут-Тахрир». По-русски разговаривали? А переводчик может?